Всем приветики! Вот такая вот замечательная посылочка мне сейчас пришла в обычном пакете. И этот заказ я совершила на сайте Муркины рукоделки. Я его вот так вот, ну он легко оторвался, тут был немножко порванный, видимо, вот-вот из-за этих винтиков пакет сам порвался. Вот, и... Но там я чувствую, все так капитально запаковано. Так. Так, наверное. Да. Я, наверное, к вам сейчас переключусь, потому что это просто так не открыть. И вот что у нас внутри. Это вот такой вот наборчик от Лукаэс. Я его положила уже так просто вдобавок к основному заказу. Хотелось что-то попробовать новое, так как в Америке, ну, в основном американские все наборы, и они все однотипные. Захотелось попробовать чего-то нового, и очень мне приглянулся вот этот вот сюжетик, эти ирисы. На них была скидка еще на сайте, и я решила, что я их обязательно возьму. Вот такие ниточки, ниточки Анкор. Буквально недавно видела на канале, по-моему, Хобби Арт. Отшивает на льне, я, скорее всего, тоже буду отшивать на льне. Потому что... Ну, не знаю, канва тут есть. 16-я, по-моему, тут канва. Ну, я думаю, что на льне будет гораздо нежнее смотреться. И более естественнее и эффектнее. Вот такой вот наборчик. И вот из-за чего я заказывала. Совершила покупку на сайте Муркины рукоделки. Кстати, на Муркины рукоделки я тоже как-то случайно попала. С канала, не помню с какого канала, увидела у девушки заказ и ссылку на этот сайт. Я не помню кто, но точно девушка из Белоруссии, потому что она сказала, что очень выгодно доставка обходилась. И поэтому она совершила там заказ. Я, последовав ее примеру, зашла на сайт их. Изначально я хотела заказать от Арабески станок Иволга, по-моему. Написала, и, кстати, вообще классно, отвечают очень быстро, хотя у нас разница во времени просто огромная. Отвечают довольно быстро. И посчитали мне доставку, если бы я заказала станок и двое вот этих пялец, две эти рамы, мне доставка обошлась бы в $40. Ну, так как я совершала первый раз покупку, и я, честно, я просто не рискнула переплачивать за доставку такие деньги, и неизвестно, дойдет вообще и не дойдет. Попросила их пересчитать, сколько будет стоить просто две рамы. Мне сказали, что за две рамы будет доставка $17. Я решила, что, ну, это оптимальная цена, потому что, ну, это международная доставка. И что еще порадовало, я когда оплатила, прям в тот же день мне выслали заказ, и заказ мне пришел с Украины в Америку за 8 дней. Я считаю, что это очень быстро. И спасибо менеджеру Ирина, по-моему, со мной все время общалась. Она очень быстро отвечала и всегда как бы доброжелательно. В общем, заказала я вот эти две рамы. Я их еще не открывала, да, они вот у нас запакованные, только пришли.
Почему еще заказала именно эти рамы? Потому что, ну, отзывы классные. Тут клипсы есть и барашки. Вот они деревянные. Это очень удобно. В Америке, ну, это жуть, конечно, полнейшая, что тут продается. И причем цена такая, что рама там какая-нибудь небольшого размера деревянная, она стоит там порядка 10 долларов, 10-15 долларов, а тут эти две, по-моему, обошлись в 8, что ли, или 9 долларов. То есть, ну, разница очень существенная, я считаю. Ну, я еще не открывала, но судя по видео девочкам, я считаю, что это гораздо лучшее качество, чем то, что предлагается здесь, и деньги больше. Вот размер 25 на 32 я заказала и 30 на 40. Буду сейчас разбирать, смотреть. Возможно, не знаю, сейчас пока я буду пользоваться этими рамами, потому что как бы станок у меня есть, и к нему можно прицепить любую раму, там просто зажимается она. Думаю, что попользуюсь, хотя сам станок меня жутко раздражает, он неудобный, он трясется, но, в общем, он неустойчивый и не нравится он мне. Но пока оставим все как есть и буду вышивать на этих рамах, на том станке, и, возможно, чуть позже я прикуплю в себе все-таки этот станочек Иволга. Так как девочкам всем нравится, я думаю, что он будет очень удобен в использовании, и я не пожалею за пересыл вот этих вот денег. Ну, потому что 40 долларов выкидывать за неизвестно что не хочется. Вот. Ну и плюс вот 17 долларов мне сказали за эти две рамы. Я доложила наборчик. За наборчик мне за доставку ничего не взяли. Хотя, сколько интересно он весит. Наверное, тоже свой вес он придает такой. Ну, существенный, может. И вообще посылка вышла, по-моему, килограмм 200... Ну, кило 250, можно так грубо сказать. Две рамы и наборчик. Вот, наверное, все, что я хотела вам рассказать, показать. Спасибо огромное Муркиным рюкоделкам. Не знаю, девочки, если кто-то, ну, как бы живет там за границей, скажите, где вы заказываете. Может быть, есть еще где-то выгоднее сайт, где можно, ну, как бы, и за доставку меньше денег. Хотя, наверное, нету меньше денег, да, потому что это же все-таки рассчитывает почта. Но если вдруг кто где заказывает, скиньте, пожалуйста, ссылочки мне. Хочется посмотреть, сравнить. Возможно, есть действительно другие сайты. Хотя этот по наполненности довольно-таки хороший сайт, там можно огромный выбор всяких наборов. Вообще я хотела заказать наборчики от NeoCraft, потому что, ну, я в них влюблена, и тут их не купить, но, к сожалению, у них не оказалось наличия, и они сказали, что ждать 2 месяца, но не, я не захотела ждать. Вот, хотя наборчики безумно хочу, может быть, кто-то подскажет, где заказываете, чтобы мне тоже сориентироваться. Вот. Но сайт мне понравился. Отвечают очень быстро, очень все как-то так дружелюбно, оперативно. Наполненность сайта хорошая, там и иголочки, и, ну, в общем, очень много всего. Ну и станочки Arabesque, они, конечно, классные, и цена на них, ну, по американским меркам, то, что тут продают, вообще неизвестно что, и за такие хорошие суммы. Я тогда свой, по-моему, станок купила с 50% скидкой за 20 долларов, то есть его полная цена была там 40, но за 40 долларов это у Arabesque там, по-моему,
не знаю, можно весь ассортимент, наверное, скупить. Вот. И качество, я думаю, что меня порадует. Вот. Ну, наверное, все, а то я уже болтаю. Всем пока-пока.